Сегодня в меню – куриные рулетики в беконе с черносливом. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Паприка – по вкусу. Чернослив – 70 грамм. Филе курицы – 350 грамм. Майонез – 2 столовые ложки. Бекон варено-копченый – 70 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Приготовить рулеты очень просто, филе курицы нужно отбить и начинить черносливом, а вот запекать будем в беконе, аромат и вкус блюда будет идеальным. Предварительно вы можете замариновать куриное филе. При подаче добавляйте к рулетикам соусы и гарниры по вкусу, овощи, зелень. Подготовьте ингредиенты. Духовку разогрейте до 180 градусов. Филе курицы ополосните и просушите, разрежьте филе на две половины. Прикройте филе пищевой пленкой, отбейте кухонным молотком. Посыпьте филе солью, перцем, паприкой. Смажьте куриное филе майонезом, на край заготовки выложите чернослив. Сверните куриное филе рулетом. Также поступите со второй заготовкой. Оберните филе беконом. По желанию филе завяжите нитью. Запекайте филе в беконе 40 минут. Это очень вкусный вариант основного блюда, которое идеально сочетается с любыми гарнирами. Берите на заметку. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!